украинские новостные паблики доколупались до Марии Захаровой. Вот ее видео с клубничкой. Они утверждают, что она напилась и ест клубничку. Потом я обратила внимание, что эта тема форсится достаточно давно. И куча мемчиков, и стоп-кадры из ее видео, где утверждается, что она пьет. Я посмотрела свои стоп-кадры с видео. Можно сказать, что и я пью, хотя я не пью от слова «вообще». Ну, куда же нашей Марии до высоких стандартов депутатов Верховной Рады Украины? Вот, например, на Украине обсуждают фото чиновницы с голой грудью. Ну, ничего, так прикидон, по дресс-коду. Далее, народный депутат Светлана Залещук бегала голая по Киеву с российским флагом. Этот российский флаг был нарисован на причинном месте. Причем она предлагала свою всем желающим без отказа. Хороший депутат, стоит на нее равняться. И последнее, скандал по украинской депутат от «Свободы» сфотографировался голым в парламенте. Ну да, куда нашим депутатам до вашей Украины?